этом месяце СМИ заговорили о том, что новую пенсионную реформу могут все-таки отменить. Такое предложение высказали в Госдуме. Напомним, что новая пенсионная реформа в России повысила возраст выхода на пенсию на 5 лет, до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Спросим горожан, действительно ли нужно вернуть прежний пенсионный возраст. Я думаю, что люди после 60 лет уже нуждаются в отдыхе, они много отработали, им нужна возможность как-то восстановиться, прийти в себя и понять, что им делать в жизни дальше. Наверное, нужно. Почему? Ну, вводили в раньшее время, наверное, все-таки считали что-то, как-то определяли. Вот у человека какие физические возможности, трудоспособности. Вот, наверное, так. Сам-то я на пенсию еще успел уйти по раннему возрасту. Ну, вообще-то, так-то народ не очень доволен, что вот, мое мнение-то, в принципе-то, хуже-то не будет. Люди и так умирают, очень, даже не доживают до пенсионного возраста, особенно сейчас, в данный момент, это, конечно, нужно возвратить. Ну, конечно, надо возвращать. Почему? Почему? А почему должно ухудшаться положение людей? То есть государство должно развиваться, людям должно быть лучше, а не хуже. Поэтому считаю, что должны возвратить. Условия жизни стали лучше, уровень жизни лучше, медицинское обслуживание лучше. Но я думаю, что не для всех профессий. Есть такие тяжелые условия труда, что люди просто, наверное, дни считают до выхода на пенсию. Вопрос очень дискуссионный, очень. И вот так однозначно сказать нельзя. Это да, они уже, наверное, заслужили, что им надо отдохнуть с 55. 60, особенно это для женщин, это уже многовато. Ну, во-первых, возраст, он сказывается и на работоспособности. А потом настолько сейчас у пенсионеров маленькая пенсия, что они вынуждены работать. Если, допустим, я поработала до 55, еще 5 лет бы проработала, то есть для себя там, а уже после 60 поработать еще 5 лет, уже работоспособность не та, и здоровье уже не то. Еще 5 лет работать, во-первых, да? А так бы люди отдыхали, возможно, побольше, и денежку получали. Мы спросили у жителей Сарова, как они относятся к отмене новой пенсионной реформы в России. Большинство опрошенных сказали, что в связи с современными условиями нужно вернуть прежний пенсионный возраст.